Итак, всем привет, с вами Кононова Аня, пустышки, которые накопились уже после того, как мы приехали. Ну что, как обычно, то, что все время в пустых баночках, я буду просто показывать то, что новинки из пустышек. Я буду говорить вам, что это новинка, и буду поподробнее на этом останавливаться. Сначала будем с вами обсуждать те средства, которые я долго уже пользуюсь. Средства для мытья стекол, средства для мытья полов Homedom Green Lid цитрусовый, средства для чистки духовок и плит. Это у нас пятновыводитель для жестких тканей. Кстати, вот я разницы не заметила. Синий пятновыводитель и Homedom Green Lid. Честно скажу, не заметила разницы. Далее, значит, бальзам-ополаскиватель для волос Арису. Он у нас, по-моему, впервые в пустышках. Это Катин бальзам. Мне он не понравился. Не подошел, потому что недостаточно напитывать мои сильно поврежденные, пережженные блондинистые волосы, которые я крашу из года в год уже на протяжении 20 лет. Ну, то есть у меня волос слабый, мне надо что-то посильнее. Love тоже нравится именно Катюшке. Значит, биокапсулы для посудомоечной машины. Упаковок было много, но вот пока что только одна. Ультракондиционер для белья слабоват. Конечно, хочется посильнее аромат. У нас, знаете, что получилось с ультракондиционерами для белья? У нас раньше была обычная машина, просто с отжигом. Сейчас у нас машина с сушкой. И когда машина сушку нагревает, ни один ультракондиционер для белья особо не слышно. Так, еле-еле. Почему-то больше пахнет сушкой. Ну, может быть, это когда-нибудь пройдет. Но вот если у кого-то есть машина с сушкой, дайте, пожалуйста, совет. Гель очищающий для туалета. Это для унитаза у родителей. Им он больше нравится. С ароматом морская свежесть. Мне же он не нравится, потому что он мой унитаз. Он красит. Понимаете, он красит. И его потом сложно отмыть. Средство очищения для ванной комнаты. Хорошая штучка. Для мытья посуды и детских принадлежностей. В основном игрушки моем. Там сухие бассейны, все такое прочее. Концентрированный гель для мытья посуды. Заканчивается часто, много. А еще кое-кто приноровился им мыть руки почему-то. Обалдеть. Далее у нас пошла вот такая вот масочка. Это моя масочка. Кератиновое выпрямление. Очень понравилась восстанавливающая сыворотка для всех типов волос, которая не смывается. Артикул 7734. Очень понравилась восстанавливающий филлер умный кератин. Шампунь против перхоти, как обычно, мужу. Пятновыводитель вот между этим и тем я разницы не поняла, если честно. Концентрированный гель для стирки детского белья. Детского белья две штучки. Концентрированный гель для деликатных тканей, биогель для стирки. Вот если честно, вот этот вот Гринли и вот эти вот кондиционеры, я вообще разницы не поняла, вот честно вам скажу, да, вот два таких вот средства. Далее ультракондиционер для белья, опять-таки утро, опять-таки для белья мелодия солнца, не очень он мне понравился. Вот сейчас еще раз понюхаю. Нет, что-то такое кисленькое, не понравился. Вот эти вот слабоваты. Аромат вроде бы из упаковки есть, но на самом деле нету, да. То есть вот я вам уже, наверное, рассказывала. Но я их всех заказывала по две штучки, что-то как-то не зашло. По цене в два раза дороже, но эффект тот же и запаха нет. Так, смотрите, йогурт для волос. Заказывала неоднократно, густой, классный, хорошо пенится, волосики питает, хорошо промывает. Запах яркий, кому не нравится. В общем, здорово. Гель для душа. Я такой не люблю. Пион и черная смородина. Это любит Катюша. А, кстати, новые лаки Faberlic. Я сегодня попробовала пару ноготочков. Ой, какие хорошенькие. Прям здорово. Вот этот прям особенно хорошо. Ну, это я расскажу потом в заказниках. Маска для волос березы и шиповник. Это... ну, может быть, хороший бальзам, но супер-супер маской не назову. Маска защита от солнца тоже нравится. Что-то я не знаю, почему я ее начала открывать. Обычно у меня такие маски, это, скорее всего, Катюшка израсходовала, потому что я такие маски беру с собой в отпуск, но никак не дома. Дома я ими не пользуюсь. Зубная паста для чувствительных зубов. Моя самая-самая любимая, 1657 артикул. А вот это вот лимонная зубная паста от BSC. Все отлично, замечательно, зубки белые, никаких нареканий нет. Но не люблю лимонный вкус, поэтому пользуется дочка. Далее, шампунь-кондиционер. Мне понравился.
Мне понравился, нормально, рассыпчатые, хорошие, классные волосы. 24-33. Почему сказала артикул? Потому что впервые он у меня в пустышках. Это, во-первых. Во-вторых, это единственный шампунь от BSC, который мне хоть как-то, хоть немножко более-менее понравился. Причем даже не немножко. Суперский шампунь. Вот именно этот Бора-Бора 24-33 артикул. Прям новинка. Далее. Шампунь восстановления и уход. Ну, это Катюшкин. Мне такие шампуни слабоваты. Тут написано для сухих и поврежденных. А, это Бабушкин. Бабушкин шампунь сухие и поврежденные. У меня у Катюшки жирные волосы. Бабушка его любит. Говорит, очень вкусно пахнет. Вот это вот пустышка. Это абсолютная новинка. Ни разу такого у меня шампуня в пустышках не было. Что скажу? Рассыпчатый. Не пушатся. Блестящие. Прям слов нет. Мылятся хорошо. Пахнет вкусно. В меру густой. Артикул 18.98. Просто супер класс. Еще возьму и не раз возьму. Прям крутая штука. Всем рекомендую, кто вот любит действительно, чтобы шампунь был идеальный. Вот прям, чтобы идеальный. Да, это моя любовь. Шампунь Blonde Icon для нейтрализации желтизны. Артикул 27.10. Держите 3 минуты. Можно использовать с маской этой линейки, можно не этой линейки. Тут, в принципе, не так, не столь суть важно. В общем, очень нравится. Это мой must have. Всем его рекомендую. Всем желтым блондинкам я его рекомендую. Все-таки наш внешний вид, особенно девчонки, кому за 25, уже как-то, ну, знаете, несерьезно ходить ржавой, желтой. И вот это как раз суперская штука, благодаря которой я вообще к мастеру начала ходить, ну, к парикмахеру, ну, примерно где-то раз в 3, наверное, месяца, потому что, ну, а зачем мне чаще? Потому что у меня волосы не желтятся. Окрашивает она очень хорошо, профессионально. Мне очень нравится. Вот этот вот шампунь, уж очень он хорошо очищает голову. Что мне понравилось? Когда голова сильно налачена, делается там 2-3 укладки за один день, да, там. Ну, вот, например, иду я на фотосессию. Сначала распущенные, потом забираю, потом распускаю, еще что-то делаю, да, то есть как-то туда-сюда пряди, да, и получается порой 2-3-4 иногда даже прически. Да? И, конечно же, ну, такие, знаете, волосы прям неприятные. И вот на первый раз я им, допустим, помою, да, 77-22 артикул, а на второй раз своим каким-нибудь обычным. Волосы после него, если два раза им помыть, да еще бальзам не нанести, божечки ты мой, очень сухие волосы, прямо очень. Это шампунь, бальзам, 2 в 1, для мужчин с обалденным ароматом. Это любовь папы, артикул 26-42, ему понравилось, волосы мягкие, суперские, все прям хорошо. Хорошо. Мой любимый гель для душа, прям самый-самый-самый из всех самых любимых, мне вишневый цвет и хлопок. Это абсолютно не вишня, это просто такая вот, знаете, очень вкусная, классная нежность какая-то. Вот, понимаете, нежность, чистота, очень хороший. Далее, гель для интимной гигиены с афродизиаками, артикул 87-22. Тоже самый-самый любимый, самый удобный, самый густой, самый экономичный, любимый, суперский, заканчивается очень редко, он долгоиграющий, пользуется им вся семья, прям все его любим. Банка из-под кофе, кофе добрый день. Вот этот вот гель для душа, по-моему, у меня впервые в пустых баночках. Роза и фиалка, тоже очень понравился, нежный, легкий, классный. Артикул 83-73. Гель для душа клевый, но вот написано тропический букет, типа тропические фрукты. Ну вот знаете, запах до такой степени минимальный, что такое ощущение, что ты моешься, ну практически средством без запаха. Артикул 24-31, тоже новинка. Не возникло желания заказать второй раз, понимаете, не возникло. Вот, если вот тут прям 100% возникло, то тут нет. Далее, мое любимое мыло, как же без него, Викино мыло и мыло для кухни, устраняющее запахи. Ну, это, как всегда, моя любимая пенка закончилась. Сейчас я подсела на пенки BSC. Гель для подмывания Викускин. Кстати, тоже им пользуюсь, когда вот этот ванной, если закончился. Я этот тоже ванной стоит, да, у Вики свой, у мамы свой. Вот, я им пользуюсь. Очень классная штука, очень мягкий. Он еще мягче, чем этот. Тоник Реновейдж. Мы обе с мамой им пользуемся. Тоников вообще очень много заканчивается, но я просто уже их выкидываю. Я помню, что у меня есть одна штучка в пустышках и начинаю выкидывать. А то, знаете, когда утром-вечером протираешься, тоника уходит много. Тоник это вообще, ну,
Для девчонок 30+, обязательно перед каждым нанесением крема, даже если вы умылись, обязательно протирать лицо тоником, потому что именно тоник подготавливает кожу. Так, пятновыводитель. Дезодорант для интимной гигиены. Вот знаете, сколько бы ни было дезодорантов, всегда возвращаюсь к этому. Вот для меня он самый лучший. 16-28. Причем написано, что да, для интимной гигиены, но он может быть для всего тела. Лак, старая версия, да, сейчас у нас новая версия лака. Дезодорант антиперспирант Антохин, защита 24 часа, как обычно. Ой, а это не пустышка, это нечаянно баночка попала, мы ее только начали, эту воду. Гель пенка очищающая, ну, я ей пользуюсь редко, ну, я не знаю, только перед критическими днями. Артикул 0466, она мне очень хорошо помогает. И маска этой серии тоже очень хорошо помогает. Так, это не пустышка. Антицеллюлитный крем Скульптор, массажист на нас его тратит. Мы сейчас проделываем курс массажа и подсовываем его массажисту. Вот эта вот помада защитная. Викуське вроде бы понравилось, но я ее перевела на взрослую зиму. Мне кажется, что зима куда эффективнее, чем вот это вот 47-40. Мне зима больше нравится. Универсальное антибактериальное средство тоже 100-500 штук закончилось, и не хочется просто эту батарею хранить. Из вот этих вот, да, начали уже выкидывать. Почему? Потому что в робот-пылесос наливаю одна вот такая вот штучка на одну уборку. Зубные щетки тут поменяли, заменили. Очень нравится именно с угольным напылением. Артикул 117-47. Абсолютно новая пустышка. Заказала еще. Причем заказала я много. Я заказала 20 штук. 10 штук я отправила отцу. И 10 штук себе в запасники. Просто я не знаю, как эту назвать штуку. Ну нет, ну он называется бальзам первая помощь. Значит, артикул 17-01. Ой, девчонки, мальчишки, кто смотрит, это просто бомба. Это такой крем, который мгновенно обезболивает даже ожоги. В общем, все, что связано с раздражением, с прыщиками. Может быть, вы бреете, все подряд, даже псориаз уменьшает. Да? То есть, вот 10 штучек я заказала папе. Да? Мы с вами уже разговаривали на эту тему. У папы псориаз очень сильный, прогрессирует. Особенно, когда у него случился инсульт 5 лет назад, он заговорил, расходился, начал все уже нормально соображать, все в порядке, мозг развивается у него, но на 75 лет вот очень вышел сильный псориаз. Мы его чем только не мазали, не лечили, витаминами, всем, вот понимаете, но это уже, мне кажется, уже не вылечить, и прям пятна такие синие, ярко-красные, они у него чешутся, и вот он мажет этим бальзамом, и у него все пятна побледнели. Круто, круто, я прям довольна. Очень понравилась такая вот сыворотка для лица Age Power с гиалуроном. Безумно понравилась. Еще заказала. У меня еще 3 штуки в запасниках лежит. Далее тушь. Тушь First Class. Артикул 53-73. Я ей покрасилась всего 3-4 раза, ребят. Но она почему-то пришла густая. И плюс ко всему, она загусла после 3-4 раз, она на ресницах не лежит. Я не знаю, может быть, у меня такая попалась, но выкидываю 53-73 после 3 использований. Кстати, такое у меня впервые, чтобы мне пришла такая густая непонятная тушь и так быстро засохла. Я прям, если честно, не ожидала такого, но правду так правду до конца. Пусть меня консультанты Фаберлик не ругают, но мне кажется, что на каждом заводе всегда есть то, что, ну вот, всякое бывает, да. Так, салфетки для интимной гигиены, как обычно, вот таких куча влажных салфеток. Ой, это был спонжик, кстати, розовый. Вот я его разлюбила после того, как появился фиолетовый. Вот 95-38 разлюбила. Скажу честно, потому что фиолетовый просто бомба, просто огонь. Хотя и 95-38 мне нравился. Смотрите, дезинфицирующий гель для рук тоже тратим много, 27-24. Но сейчас появился лучше, Беси. На травах, там антисептик, тоже суперский. Он, конечно, подороже, чем этот в разы, но он так в нос не бьет и так сильно не воняет, как вот этот. Поэтому, если мы идем куда-то, аэропорт, еще что-то, то только этот. Мне кажется, что он прям дезинфицирует на славу, потому что спиртом он воняет сильно. А тот, ну, мало ли, да, вот так вот. И тот, кстати, заживляющий, да, вот мы с вами уже это дело обсуждали. Далее омега. 1, 2, 3. Так, 3. 3 омеги закончилось. Омегу у меня еще пьет не только свекр, свекровь, я и Антон. Нет, я не пью омегу. Почему не пью? Потому что пью секреты Востока и пью живицу. Поэтому я не пью омегу. В живице уже есть омега. Значит,
Вот это еще няня у нас пьет, Викуськина няня. И мне хочется, чтобы воспитатели моей дочери тоже были здоровы. Они приходят с утра, они пьют и живицу могут выпить, и омегу могут выпить. И все, в общем. Так, комплекс К2, Д3. Раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, вы помните, да? То есть это новинка. Артикул 208-115. В интенсивный период лечения нужно по одной штучке два раза в день, утром, вечером, после еды. Для поддерживающего по одной, да, после завтрака, например. Пропила вот этот вот комплекс, артикул 208-113. Да, после ковида я его пила. И могу сказать, что действительно очень быстро назад вернулась. Значит, тут омега-3 в составе и вот еще какие-то две травочки. Да, давайте вот я вам увеличу. Херба и пептид. Да, то есть вот понравилась мне эта штучка, закажу еще раз. Почему еще раз? Потому что, ну, действительно мощная штука. Только я понять не могу. Я их как выпью, две штучки, как написано. Ну, хоть убейте, хочу спать. Минут 10-15. Ну, через 10-15 тоже на 10-15 минут захотеваю спать. Не знаю, что за реакция. Но стресс. В составе идет магний и так далее. Когда Викуська нервничает, я могу дать ей пол таблеточки растворить и дать. Артикул 157-25. В принципе, я на всю голову счастливый человек. Но когда ребенок заболевает, я на всякий случай пью. Да, то есть там где-то что-то случилось у какого-то консультанта в моей структуре. Там прям может быть балаган какой-то в чате, еще что-то. Вы сами понимаете, лидерские качества откуда-то же должны взяться. Это опыт. Но тоже бывает, что раздражаюсь, поэтому тоже пью. Очень хорошо помогает, не затуманивает разум, можно водителям. Но вообще-то это все строго индивидуально. Но никто ни разу, кто у меня покупал, приобретал, кому я дарила и так далее, никто ни разу не пожаловался, что там они с него как пьяные или еще что-то. Очень понравилось. Конечно же, живица пару. Ну как без этого? Ну как без этого? Ну вот, свое тело нужно инвестировать. Куча батончиков ПП. Да, как обычно. Соус почему-то один, но их точно больше было. А вот они, вот они, вот они. Да, соусы, майонезы, все без сахара, правильно, с коллагеном, с пониженным содержанием натрия, соль, чаи, фисташковый с ромашкой, куча соли. Куча соли, потому что мы берем оптом и получается... После того, как взяли оптом, мы пересыпаем все в такую вазочку и из этой вазочки уже солим ложечкой или еще чем-то. Далее чай землянично-медовый с Сагандой Илья, шоколадки Викуськины. Ну, вот за месяц мы наели довольно таки большую горку. Да, вот, вот тут 6 штук мы съели, 5 штук съели и 1, 2, 3, 4 и тут 5 штук съели. Да? То есть, ну неплохо. Вот эти вот, кстати, вот эта новинка. Обычный шоколад. Я не могу сказать, что он мне прям супер-супер понравился, но и никаких отрицательных качеств. То есть все здорово, все великолепно. Закажу еще, заказала на подарки. Еще две штучки осталось. Ну вот и хорошо. Сейчас и съем, буду силы восстанавливать. Бывает у нас такое. Викуська может не заметить и в пустые баночки кладет. Да, она теперь умеет в пустые баночки класть. Значит, артикул этих новинок 160-74 с удовольствием буду дарить на Новый год. Но предыдущие конфеты мне показались намного красивее. Итак, дальше. Куча батончиков. Вот тут вот. Вот эти, кстати, отсюда. Да, чтобы уже совсем не врать. Стевию пьем мы только с мамой, остальные не признают. 156-77 артикул. Натуральный подсластитель. Три упаковочки я посмотрела. Коралловый кальций. Вот такое огромное количество. Еще старая версия у меня была в запасничках. Да, вот такой вот коралловый кальций. Всегда заказываем, всегда пьем. Потому что, ну, качество воды это вообще. Это. Самое, наверное, важное в жизни человека – это качественная вода. Поэтому я хочу, чтобы у меня дети, воспитатели, родители всегда пили качественную воду. Дальше. Вот очень понравился вот этот суп овощной с курицей, грибами и гренками. Я это дело обожаю, но, к сожалению, на складе его нет. Артикул я оторвала, но его и нет на складе. Сколько бы я раз его не гуглила, этой вкуснятины больше нет. Я не могу, это обалденно вкусно. Особенно, когда некогда готовить. Поспали куда-то еще. Вот сегодня даже, да, была ситуация. У нас еще остался азиатский со специями. Папу нужно было везти ко врачу. У меня сейчас папулька гостит на данный момент. Приехал ко мне из Мурыгина пролечиться, промассажироваться, так далее.
т.д. анализы сдать, очки вот мы ему новые тут купили, ну, в общем, так вот, офтальмологи и так далее, свозили везде, и вот проспали. Папа-то уже покушал, все, а ему надо вот уже ехать, он уже начал одеваться потихонечку, и бабац, мы вскакиваем и понимаем, что все, я просто открываю два пакетика, просто по пакетику в кружку высыпаю, заливаю, размешиваю, пока мы оделись туда-сюда, он подостыл, мы быстренько 3 минуты пошлычкали и поехали. Ну, это просто великолепно, просто великолепно. Супы реально вкусные, мне понравились. Повидельные, кстати, вот такие вот всякие батончики я не люблю, у меня их ест тесть. Ой, господи, почему я тесть сказала? Свёкр, извините. Да, далее, значит, конфеты-тигрушка. Тоже не буду заостряться. Кофе много-много-много кофе. И давным-давно забытый вот такой алоэ баланс. Я посмотрела уже скоро. Ну, вообще-то до 21.12.22 срок. Но я думаю, оно у меня давно открыто. И я решила, что я буду его пить. Я его выпила буквально недели... Где-то за полторы он у меня закончился. Но я так, я в стакан лила на глаз. Вы знаете, вот этот алоэ баланс, он, ну, я думаю, пользу алоэ вы знаете. Артикул 157-39. Ну, до чего он вкусный, приятный. Мне очень нравится, как он пьется. Я раньше всегда заказывала только, только в капсулах. Витамины только капсулы и точка. А тут, вот понимаете, я заказала на пробу, я заказала на обзор, и вы знаете, я не пожалела, мне действительно понравилось, вот действительно круто, вкусно. Спасибо Фаберликов за здоровье и вкуснотищу. Ну и вот такие вот каши, у нас их тоже очень много закончилось, я прям обожаю, мультизлаковую с яблоком и фундуком. Ну, в общем, как видите, беси начали немножечко расходовать, но это все, что было. С вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн, до встречи с вами в новых видео. Всех целую, обнимаю. Пусть все у всех будет хорошо.